10% довести чела, и с него появится такая лужа, из которой будет выходить мобы. Мы должны этих мобов резко на танка. Танк их соберет, и все. И так со второго, третьего, и резко залить мобов до того, как спустится. Если не успеваем, все равно мобов будем играть. И все. Это вся механика босса. Три метки, контроль, подчинение, выводим из контроля. Ну что, давайте хуярить уже, я не могу, я хочу убить этого ебаного дракона. Да. Запускайся. Так, лапку, да? Не хватает пистобафа, не хватает полностью. От тьмы и от надуха нету. Так там же поставили хламобот. Так хламобот стоит, давай. Там кто-то вызвал? Вон хламобот. Да, Женя ставил. Все. У меня 8 минут фласка, давайте должны успеть. У меня 9. Быстрее. Ну, все, отлично. О, летит тварь уже, давай. Вон на тварюга. Ой, все. Что вы делаете? Оно само? Что происходит, блядь? Ой, бля! Я просто подошел к ней. Блядь, из огня выйдите. Блядь, я же сказал. Ложитесь, вам, ложитесь, пизду нахуй. Ебать! А чё это такое? Чё это за лужа, нахуй? А чё она такая огромная, смотри, блядь. Да, чё она такая большая? Такая и должна быть. Такая и должна просто быть. Просто наполовину этого. Так, лес и всех, пиздец. Залук какая-то, блядь. Ты вообще говорил о фотобосе. Ну да, так есть. Только не надо, голову, не надо пиздить, блядь. Стойте блядь, там. Блядь, я говорю, милики, вы не бьете все, потому что это лужа пиздец, когда мажет. Там или танк держишь, мы тем более без ДЦ. Короче, медики не бьете, если бьете, то только один какой-нибудь хурюк под прожимками и все. Только бейте, когда я уже, блядь, агро набираю, а не когда я стою в лайбу, блядь. Не трогайте. Да, у нас тут тычку и сдох сразу, пиздец. Спуваз сдох, ну ты, блядь, реально. Ну просто в ПВП там захотел отомстить. Если бы лок не помешал. Ну да. Там, блядь, по КД отхилы откдешиваются у ДКшника. Тем более танка хуй пробьёшь. Давайте, рыбку поставлю. Или поставлю. Ну, так-то можно зазербить. На КД развести. Надо дамаг бешеный. А где уставшая? Устала. Бежит. Побежала. Вроде устала, но бежит. Блять, фласки обновлять. Масло закончилось. Блять, масло закончилось. На СПД у нас одни РДД, на. Вот на АПРО давайте меняйте на РДД тогда. Короче, куда-то дальше поставь вот звезду здесь и дальше кружок туда еще прям далеко. Потому что она вроде как здесь садится. Все, давайте. Почему она мне комбат? Не знаю. Все пропал. Ты запустил? Я нет. Все здесь? Я запустил, короче. Ну еще раз. Ты два прилетели. Баганая. Да блядь, ебаная погибель. Пиздец. Она еще туда сюда рыпается. Смотри, как она летит, мне кажется, ей хуёво. Зато она там чуть-чуть не даст. Я не вижу. Смотри, блядь, самолетик бумажный нахуй летит. Да. Фильм потратить, а этот бюджет многомиллионный нахуй. Кто это, блядь? А, все. Какой герой? А мили там бить? Можешь попробовать. Все, костер, все. Нет. Блядь, прожмись, ты берешь. А когда первое сожжение, не ебать? Блядь, под зеленку можешь. Ну все, сожжение будет. Ебать. Короче, блядь, не напрягайте хило. Это шо? Это вот сейчас сожжение было, да? А. Ебать. Я вслепую прожался. Чё он не выбирает?
Сейчас сожжение. Все, выбрал татарщина, хурюк-то. Заходите и бьете, заходите и бьете, заходите и бьете. Йо. Вас не дамажит эта хуйня, типа. У вас повышенный урон. В конце каста добежите к этому. А следующее сожжение когда? Вот, 10 секунд. Это 8. Что, взлетать будем, да? Сейчас взлетать будем. Да. Ну, у меня получилось, ебать. Сейчас зов пламени, она взлетит. Или 4 коста, блядь. Зельку прожмете. Ну, по идее, если у вас ДБМ нормально, у вас снимется оружие и все. По одному у вас отпиздим. Только не убейте. Один бы все отбежали. Мы тоже отбегаем. Все. О, да, блядь, вы не к нам бежите! Да... Сука. Курюку убейте. Только, блядь, где зельки ваши, Алена? О, хуя. Курюку выбежи, все. Я нажала. Уже поздно. Забирай, забирай. Вот он понял фишку, он в хила играть начал. Все, все, все. Татарщина. Собирай мобов, блядь. Не бейте татарщину, все. Да не бейте ее. Только что творить, правильно, блядь. Правильно, пиздите меня сильнее. Собирайте мобов, дай бомжей, я зарезну тебя. Можно вставать, блядь. Или меня ёбнут? Блядь, мобов да хуя просто, блядь. А чё, вы всех сразу вывели, что ли? Чё вы зачем так сделали? Ну да, я ей говорю, ну, блядь, ну пиздец, я им говорю, к двери бегите, все, забирай босс. Отбегите назад, забирай скелетов, скелетов играйте все, все скелеты играют. Ну, я не знаю, зачем вы, ну это вайп, ну мы не убьем так. Ну вайп, это хуйня, блядь, вы чем слушали? Я же сказал, вы к двери бежите, блядь, втроём прибежали, убили нас. Нам надо убивать по одному, собирать скелетов, потом второго вводить, собирать скелетов, убивать их. Вы взяли втроем. И потом третьего, потому что когда все с контроля вышли, босс садится сразу. Смотри, когда босс взлетает, нам в этот момент уже надо зелье оцепенения сожрать, да? Да, 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 да. Вы выходите из лужи, зелье оцепенения пьете. У меня его нет. Почему у тебя его нет? Ну, оцепенение это не панацея, как бы контролить, один хуй надо этих людей. Да, я еще говорю, хватит бить татапсину, все за ней просто бегут. Ебать! Точечно, аккуратно одного человека выводить и остальных двух контролить. Короче, да, один бежит, другого контроль, давайте, я не знаю. Вот один контроль, ты корни, второй человек контроль, это, овца по КД, вон маг дает. Если что-то проблемы какие-то, вон этот есть шаман, два шамана, две жабы. Ты можешь их вытолкнуть, просто вытолкнешь и сразу жабку дать. Короче, контроль самое главное. Пиздец. Хуярить точечно надо одного. И от лужи, которая с человека появляется, надо, ну, мало того, что человеку выйти к рейду, и еще убери всем остальным. Убери символ тогда этот. Убери на этого босса символ. Все равно один босс потом поставишь. Что еще говоришь? Ну это... От лужи отбежать от этой. Она потому что дамажит по рейду. Да, там где вы... вывели из-под контроля, появляется лужа. Она настакивает урон от тьмы. Вы короче, с нее выходит 6 мобов. Вот, как только 6-й моб выйдет, она исчезнет, эта лужа. И тогда можно подходить, ауешить. И потом выводить следующего, второго человека, потом третьего в конце, после того, как со второго 6 мобов убьете. Дайте же зельку. Не одна там. Ее не одна. Я просто тут думал через боб опять. Ну а кто тебе резать будет? У нас лока нет, один БР. И то в КД типа. Получается, шкафа даже. Урюк, ты перед этим свои прожимки-то отдай. Если в контроле будешь. Шкафа нет того. Женя, у тебя есть зельки или верник? Но хилов она не будет. Откуда? Я хил. Не, они не зачем.
да нахуй зельки, ладно, забудь про эти зельки. Нужны, все, да, просто да, контроль. Просто вот смотри, да, три человека, три ника. Ты называешь ник, допустим, танку выводим. Остается два ника. Я устал, я из гири. Я устал, кидает овцу слейер. Потом ты кидаешь этот корни гири, и все, и косты ему сбиваете, и все, икон сбивает. И все, и пизда, блядь. Вывели танку, убили 6 мобов. Следующего выводим Агири. Вывели. Вот. Ну, это я к примеру сказал. Ну, типа, как что надо говорить. Да, короче, на ком этот вы выходите сразу далеко к двери, когда нас затагивают. А того, кого будем выводить, я скажу, дадут по нему этот. Сразу его вывезем. То есть двое далеко будут стоять, которых не будем выводить, а кого будем выводить, наоборот, ближе к нам станет. Допустил, короче. И все. Все, да. Что там эта тварь летает? От тьмы стоит же урода. А, не нужно. Танку без фласки, ебать. Пулю без фласки, ебать. Так, на счет три. Раз, два, три. Сожжение скажешь там, когда будет? Сожжение 8. Ты разоказ там видишь, но? Не, у меня нет. Сожжение 1 секунда кастует. Ага. Не, чтобы руны не потратить. Я вот следующий вижу, а третий опять не вижу. Сожжение 8 секунд. Блять, меня первым нет. Меня первым ловить будет. Я устала под босса. Я устала, прям стоишь под боссом со стороны двери. Иначе ты дамагу наносишь. Сожжение сколько? Сожжение я 8. На уставшую контроль киньте обязательно какой-нибудь, потому что она пипец как доску будет накидывать. Ох, на ком третий пиромант? Я не заметил. Ну Татапсина, я устала, да, и ты. Все, Татапсина последнего чуть-чуть наводить. Меня потом. Татапсина. Меня потом, точнее, уставшую, но уставшую контроль нужен. Все, взлетело. Все, меня выводим. Быстрее так. Не убейте. На уставшую дайте что-нибудь. Все, уходите от, лун... от этой лужи, отбегайте от отсюда. Старт, нахуя? Уставшую вывели. Она, ладно, вот Татапсину выводите. Давай. Выводить по одному, нахуй, какого, ничего не выводить. Трэш сначала вы бьете. Все, трэш бейте. Вторая лужа лучше. Нахуя? Ну, блядь. БР чужой нет. Это надо. Так ходи. Вы возле лужи стоите, вы можете назад идти? Уйдите на 20 метров отсюда. Быстрее потрэш. Уставший контроль дайте сразу, Хекс. Уводим уставшую теперь. Все, отходите. Уходи, уходи, уходи. Хильти. Блять, не давайте стан. Ее убьете, уходи из этого.
Ну, через череп играть, у меня больше силандра. Не врывайтесь, блядь, да? Нету наплыва. Аккуратно, да, по одному бить. Смотрите. Отошли, отошли, отошли. На 20 метров. Когда доиграем в скелет. Что там до сожжения? А, вон вижу 15. Хильте сейчас меня сильно, оверхильте прям. Минуту до БР. Сразу двоих не надо выводить, выводите по одному. Босс сядет только тогда, да, когда да, третьего да. убьете. Потапся, там уставший. Уставшую первую будем убивать. Ната, дай бабл, чтоб опять не было мейн-контроль, что ты его взвязала. Двадцать секунд резко. Через 10 секунд взлетит. Это, ну, это... Что, уставший, ты стоишь в огне? Ты в огне должна стоять, иначе ты не дамажишь. Где она? Да, да уйди ты из-под лица, уставшая. Прием, встань хвост босса. Алло. Ты чё? Дыхание ловишь со мной, зачем? Я взлетаю сейчас. Я думаю, чё ты от дыхания дамаг получаешь? Скоро взлетка. Кого выводим первого? Уставшую, потому что она тут не контролится. Все, остальных просто я корни дам татапсину. А там что-то сделать с ним. Уставшую быстрее выводим. Че она, блядь, дисперсию не можете перед этим потратить. Че, уходите. Татапсину корни обновлю сейчас. Давайте. Обовьем. Тех контрольте, филяйте там. Вихрь они, там давать, чтобы они нас не убили. Экона убьют сейчас. Блядь, там НАТО бьет. Да пиздец! Бейте НАТО. НАТО, НАТО, вы видите, блядь, пиздец. Или дайте контроль. У нее она без ДБМ, у нее она пушкой бьет. Превращайте в жабу. Бить. В жабу превратите их. Там у шаманов есть. Я ветер пойду сейчас. Вон танку вихрюй. Корни давай, и отходите от него. Да блять, НАТО, ну пиздец, надо было НАТО вводить. У тебя ДБМа нету, что сировский. У тебя оружие не снимается, или снимай оружие нет, сама. Нет, я играю без ДБМа. Я ну, могу пиздец. Снимать. Ну снимай сама тогда. Ты просто бури всех убью. Когда в контроль не взяли, снимай красава. Пушку в сумку вложи. Да я давал контроль. Мы свое дело сделали. Резайтесь. Все снимайте пушку тогда сразу, как взлетает. У танку-то пушка снялась из-за ДБМ. Он вообще не опасный. Я, кстати, в лягушке кручу бурю и даю станы. Тут них убить. Главное вот людей контролить, блять, отбегать от лужи, трэш пить там. Короче, Веронике уходить надо, я в арту спекнусь. Сейчас позовем БДшника какого-нибудь.
Может, его выбросите? Нет, его выбросите, да? Ну, бля, без абсорба сложно будет, но, в принципе, возможно. Ты меня банишь. Чё, банишь? Гоносум, кто-нибудь со мной сбегайте по-быстрому. Иду. Угу. Блин, Натан, скачай это БМ от Сирус. Ладно, скачаю. Да он пиздец мешает. Просто а я без него вижу, если я в луже или еще что-то. Я по боссам знаю, что происходит. Там по таймингам просто. Да блин, он ДБМ снимает. Он просто скотина, если не настроить полэкрана. Ну окей, короче, этот макрос поставь на снятие, потом одевание. Да, я сейчас сделаю. Ну это просто пипец. Я тут думал, у тебя пушка снимается сама. Ну ты, блин, еще крылья врубил, и ладно, божественный бурь, минус 5 сразу. Сейчас. Он кичу сумоем. Нурик, есть у тебя этот макрос на снятие? Киньте в чат. Я не знаю, как снимать макрос на снятие, не знаю как. Ладно, сейчас все равно пока сумаем, я найду. Channel Aura, и там вписываешь, что тебе снять надо. Нет, оружие снять надо. Да, за тобой следовать поставлю, пока найду. В интернете ищешь? Угу. Окей. Через подвал, да? А, нет. Нет, какой подвал? Надо еще целка ебаная идти, нахуй. Когда 17:30 начнем? Не, нахуй, ну, блядь, мы на сборе только час полтора потеряем. 10-ку, 17:30 начнешь собирать? Да, где-то так. 10-ку, 25-ку? 25-ку. Ой, я с вами пойду. Ну, 8-10 босс. Давай инту. Ну, 10 это ты загнул, блядь. Не, 80 минут. Дайте по ханту кулак. Давай. Так, все, вроде все есть. Ну, с богом. Тут посели? Инты нету. Вы отойдите поближе. Тут где-то босс садится. Мага нету здесь. Женя. Бля, Женя нету здесь. На, здесь инту скинь, пожалуйста. Все. Че, он тут? Да. Главное контроль, блядь, вот и все, аккуратно играть надо. Заранее проходить можно или подождать? Танку, беги оттуда. Короче, я... Чё там до сожжения, скажи? Сожжение 5 секунд. Следующее сожжение 24 секунды.
Ага, это вижу. Роман, так зелье устало там. Геру дать? Давай сейчас геру, да? Уставшая, уход в тень потрать. Потом. Первую уставшую снимаем. Вот это вот что за хуйня? Ты что, ближе к хвосту не можешь стоять? Ну кто это был, блядь? Шаман, зачем? Есть стать? Да, есть. Вставай и сразу уходи. Ты вон в луже сдохнет, блядь. Да. После станешь там. Бля, пиздец. Уставшую первую снимаем. Танку просто корни дайте что-нибудь. Че дисперсия я пройдет? Я не дала. Дайте опять дисперсию. Все. Блять, убили? Ну, заебашили просто. Я БР дал, вставай. А прикол, смотри, она вот сдохла, а лужи нету. Надо танку выводить. Танку хули. Тогда вот, выводите танку. Я лапку сдал. Аккуратно, блядь, не убейте, прошу. Только отбегайте сразу туда. Все, аккуратно подбейте. Ну, сейчас оно упадет. Зири, там есть, кстати, возможность? Когда лужа исчезнет. Можно? Вставай, баф его. Да, бейте. Убегайте туда далеко. Баф, все назад, блин. Дайте кулак. Все, у меня мана заканчивается, почему-то. Моба в рейде убей. Сколько до сожжения? А, вон вижу. И на мне мобов бейте. Волной спам хилку, волной. Да. РДД мобов бейте, моб еще один на мне. Мама вообще хуёво резается, не понимаю почему. Поэтому, а ты есть? Шмот поменял? Поменял? Да, давай. Только прикинь себя, вы ко мне в пайке. Мы разные. Киньте. Прикинь, короче, этот... Уставший, давай гимн на маму, он так там поставит. Хильте, хильте. Так, катапси на фонке штампу. Фонкич, ты можешь остановить двери стать. Тебя этот не будет пробивать. Главное в огне, стой в огне. У тебя на огне ДПС, а без огня ты не ДПС. Главное под лицо босса не забегайте к передним лапам, блядь. На лучше, короче, зайти. Да, да, лучше, стоишь и все. Первому Фонкича выносим. Потому что он пиздец, вы это можете. Вторую тату. На тату самый главный контроль дайте, на танку пойдем. Он оружие снимет. Бабу потратить, да-то. Уже тратить? Да, уже да, сейчас да, тратить. Чё, кого первого будем выводить? Фонкич, потом Тата. Взлёт. Сняла оружие. Отлично. Вот он хан стоит. Давайте. Контроль, знаете. Я только елки не пожму, смотри, ебаный урод. Но я без оружия. Тату под контроль. Блять, он меня бьет. Все отлично. Давайте. Не убейте, не убейте. Все. Да блять, ну что не так?
Давайте тату второй. Еще и ужас с него вышел. Все, могу фейдвайм, потом тату убиваем. Надо обновить этот. Блять, он мне стан ебал. По диспельсе. Типа ненавижу тебя. Давайте тогда второго там будем убить. 10 секунд превращения у меня осталось. Че, кого следующего выводим? 5 секунд. Танку выйдите, блять, он меня убивает. Он на мне 5 стаков, блять. Танку убейте. Аккуратно, аккуратно. Мобов, давайте, мобов добейте сначала. Ну ебать. Пиздец. Тату выкинете отсюда, мобов. Не бейте тату, не бейте, не бейте. Не бейте тату. Да блять, ну что не так? Минус 2 БРКД. Да. Пришел. Блять, выйдите в эту сторону наоборот, да. Мобов убейте. Кильте хорошенько только. Группу по одному могу бы снимать. Танку я устал, север, пиздец. Дай ги... А, гера есть? КД 4 минуты. Короче. Сейчас надо ждать БР, я думаю. У меня 4 минуты до БР. Ну, надо одного убить и двух в контроле держать. Или двух, это, перевести и одного в контроле держать, чтобы босс не садился. Когда этот по-моему собирается люди жестко просто. У меня уже мана закончилась. Пиши, дай по мне руки. Чё-то гимна. Да, почему я мана добираю сейчас? Ну, синюю джагу киньте на босса, бей ветками босс. А, ты не можешь. У меня типа 1200, 1300 почти МПС-а. Мама, блядь, не ресурс. Ну, инер через минуту ебанешь. Ну вот сейчас что-то как-то выживать надо. Кого? Уставшую первую, давайте. Она уже руку закидывает. По танку дайте что-нибудь, контроль. Телебесфер. Быстрее уставшую. Я банку юзанул, если что, через 9 секунд выйду с оглушения. Все, быстрее захил. От этого отойдите от портала. Сейр-мейджа второго надо будет выводить. Пока не бейте никого, пока только давай 6 мобов убьем. Контроль, контроль по сейру, контроль по сейру. Сало ему, в жабу его. Да. Ну косты сбивайте, хотя бы, шаманы. Не а дайте ему костовать. Так, кого следующего? Наверное, проще, чтобы косты сбивали, надо проще танку вывести. И потом подождем БР. Просто постоим, подождем. Да, блять, надо отвести куда-то. Танку не перевести. Точечно скелетов бейте. Много скелетов нет. Сейчас этих добьем точечно. Подождем БР. Кто нам важнее всего? Татапсина, да, получше будет? Или Фокич? Че Фокич? Ну, кого вывести? А, это, АБР? Резнуть. Резнуть, ну. Фонки че он жертв, да? Блять, сейвера. Надо опять в контроль. Т-
Так, давай танку здесь лужу сделаем. Эта мразь прожала щит маны, теперь без маны. Танку, выводите танку. Только нужно, всё, чтобы устало ему щиток дашь, когда это, чтобы он не сдох, щиток ему. Ебать, вы чё так урон лутаете? Чё, пока 6 мобов этих бьём. У слэйера нельзя, нельзя выводить. Его, да я без маны уже, блядь. А, ну хорошо. Там клоны какие-то, блядь. Да похуй на клонов, они по 100 бьют. Да они нормально хуяют. Давай отходим отсюда, от слэйера, чтобы его не зауешить. Что вы зауешите его, блядь. Он ходит нахуй. Вот, отлично, корни. Давай уведем эту хуйню отсюда. Хильте, хильте, хильте. У вас пет подписчик хуяль. Все, 30 секунд БР, просто ждем, пускай он в контроле стоит. Надо, чтобы он захилился, блядь. Короче, главное, о, не дамажьте. Он углыбу прожал. Все, стоим, блядь. Ну босс также будет звездочку смотреть, вы там подальше отбежите. Спасибо, на 19 тысяч буря прилетела, чуть не сдох. Это твоему пэту прилетело, а не тебе. А, да. А, смотри, дамажит. Бля, еще рейд дамажит же стаки эти ебаные, смотри, копятся. 10 стаков там. Надо это, ну все, ресы, и надо захилить челика и выводить этого как. Сука. Устала, готовь по нему щиток. Щиток готовь. О, я. А, нет. Щиток по нему. Все, я вышел. Заебись, мне нечем ману восстанавливать. Сейчас сядет босс. На фул главное хп держите, сейчас будет дамаг по рейду. Похильте. Села. Где она? Все, блядь, трэш. 12 стаков нахуй. В рейде убейте моба. А бобом не скидывается? Попробуй. Я на тебя кину. Все, танка не проебите, главное. Так, сожжение. На фул танка, войда на фул, войда на фул. Я стараюсь. Все, столько скелетов. Мертва, что ли? Да, бля. Как она сдохла? Фаталити, ну. Ты что, под мордой опять стояла? Не-не-не. Пиздец. Хрю, гриппы одну. Ты ебать, там вот тебя прибивает, это без маны сейчас. Да, хит. А, там эком без маны уже. Фанкичку люк, давай. Мобов убить? У меня улыбку нет, то есть. Дайте Геру. Геру дай. Давай я пусть они залью сейчас. Мана нет, подожди. Синюю жагу дал. Хули толку. Ману порез. Ну, он ресует вроде. Ну, дамажьте, чё, слэйер, хурюк, фокич. Может, задамажите, сейчас успеете. Сейчас взлёт позже будет. Да, скоро будем первым выводить. Кто у нас? А, этот, слэйер мейджа будем первым выводить. Я по фокичу подержу покаяние тогда. Да. А он туда далеко убежал, как его там выводить? Давай хурюка, может? Не, слэйер, тяни сюда. Давай, вот он. Блять, он мне заморозку дал. Пизда мне нахуй. Нет, это... Хильте, короче. Энх тоже помогай хилить. Выходи, служи, блинк. Давайте.
Как говорится, не ебем вала, ребята. Тут маны нету, чем бить, блять. Ну регенти я хуй знает, об мобов. Я на тебя по этот ободрение стараюсь держать. А поэтому его по регенти. Блять, там панцир. Хуя тебе мобов. Паралич 8 секунд. Я вижу. Фанки чё последний, короче. А уешьте мобов, кто там? Блять, декады ебал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я ничего не могу поделать. А, блять, у меня... Да чё, неистовство? Да, да это... Ебашишь, красава! Контроль какая-то. Что-то Войт говорит, ты чё? Чё за хуйня, хурюм, ты флешишь там, чё произошло так? Там какой-то душный пиздец, хурюм. Только что там назад, мы уже за секунду здесь. Чё, хурюка выводим? Да, 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 хурюка, хурюка. Потом он говорит, душный паралич. Вижу, вижу, вижу. Отойдите от меня. Только от лужи бегите сразу туда, вон. К дереву там куда-нибудь, блять. Заебал туда бежать. Выведет? Быстрее выводите его, ну все, беги. Беги, бегите отсюда, не стойте тут. Уйдите от лужи. Они копятся еще, блядь. Короче, надо быстро этот трэш убить. Дал мне. Дал войско, хуярьте прям максимальное ОЕ. Фокича надо будет идти выводить. Фокич. Фокич. Пошли его выводить, это уже добили. Пошли выводить его. Злой Саня. А где Фокич? Вот он. Вилки. Сука. Сейчас. Да, щит... зря в рейд дали, на. Хильте, хильте его. Все, съебывайте, съебывайте. От лужи говно уйдите, от лужи уйдите еще дальше, назад. Сейчас босс придет, да. Это последний, мы должны залечить босс. Сейчас по боссу будете ебашить и все. Вот есть это там? С гимном. Каплю по гимнам. С гимном гимнка у нас лежит. А, блин. Интересно, где ты гимн собрал? Бать, ну я без маны. Войда, не уроните, не уроните. Сейчас пробьет меня, блядь. Я стараюсь. Короче, не зыбку дал. Хуяйте босса уже. Войда, не забирай. Да похуй, бейте босса, там лям. В чем нам? О, это, держи Войда, вообще без маны. По нашим буду. Так, я не знаю, сейчас что прожимать на сожжение, блядь. Короче, дам панцирь. Мы успеем добиться сожжения. А, нет. Да, секунду до этого мира. Ебать, война, держи. Он ли будет? Давайте. Жаль, вернуть, не ебаная погибет. Ёбаная. О, ебать. Ебать, она на Зандавара топово смотрится. Это модная шапка. Чё она, ты, Бруклуд ставишь? Ой, на Бруклуд. Ну, Бруклуд, не, давайте на Бруклуд. А то давай, потом будет, так. Что одинаковый рук. Сущность заберите? Да, кстати. Давайте. Все, да я рот ебал нахуй. А мне голову еще можно пороть. Баная поебень. Если ты себе возьмешь. Не, типа. А мне не, на мне себе надо. Ну у меня типа этот, кожа. Слушай, немножко отдохнуть, блядь, минут 20. Да, да, я тоже. Блядь, голова раскалась, надо кто-то кому. Сейчас, башмаки. Я бы на трансмог взял, если никому не надо, ни на лоб, ни на мейн там.
Башмаки на трон. Не, я а, и батьку это. Ну захопал он, давайте. Нахопал, да. У тебя какие нахопал 258? А куда тебе порт? Ты что, класс не будешь давать? У меня 252 нахопал. Потом целка 25 минут. Ну, это... На 8 будет. Так, на. Да. Свой тебе же, да? Все. Пойду сдам. Блин. Ну я не знаю, на аэродром. Пиздец. Что-то моносох.